Чтобы выбрать нужный оттенок краски «Цвет-эксперт», для начала нужно определить свой натуральный цвет. Если твои волосы окрашены, определи, какой уровень тона краски ты использовала. Если твои волосы окрашены, но отросли, посмотри на корни и определи свой натуральный цвет и уровень тона окрашенных волос по всей длине. Выбери оттенок на 2 уровня темнее или светлее своего натурального. Важно помнить, что краска для волос может осветлить только натуральные волосы, но не может осветлить краску более темного оттенка. Если ты хочешь окрасить волосы в более светлый цвет, предварительно нужно осветлить их. Если ты не можешь выбрать между двумя оттенками, остановись на более светлом. Если ты хочешь радикально изменить цвет волос, рекомендуем обратиться к специалисту по окрашиванию.